В ауле Кубина открыли детскую многофункциональную площадку. Теперь дети могут проводить свободное время на свежем воздухе, общаться друг с другом, играть и развиваться физически. Альбина Ламкова продолжит тему. Необычные качели удивили красотой. С удовольствием качались долго мы с моей сестрой. Каждый ребенок заслуживает счастливого детства, наполненного яркими эмоциями и незабываемыми впечатлениями. Это пора беззаботности, радости и веселья. В компании друзей на площадке дети наслаждаются свободой и чувствуют себя настоящими героями своих собственных приключений. Открытие нового места для игр стало праздником для всех жителей аула Кубина. Особенно актуально летом, когда у девчонок и мальчишек много свободного времени для активных игр и развлечений. Тут все качели очень красивые тоже, все построили хорошо. Мне все нравится. Я в восторге. Долго ждали? Да. Даже старшее поколение не прочь проводить время на ней и любоваться детьми, хотя и немного за 80. Так и сказал председатель Совета ветеранов войны и труда Борис Пазов. У наших детей сегодня я почти все есть. Нам только с вами надо заниматься их воспитанием, если вы знаете, значит, жизнь существует в ауле. Хочу пожелать нашему, как в прежние годы, в школу ходило больше 1000 учащихся. Открытие площадки было отмечено торжественным мероприятием, на котором присутствовали почетные гости. Они выразили свою радость и благодарность за создание такого важного объекта для аула. На новой площадке для малышей выделена отдельная игровая зона. На ней расположили горки, качели, домики. На другой зоне установили тренажеры и скамейки. Эта часть уже для старшего возраста. Надо сказать, что это не первая детская площадка в ауле. Все они построены за счет средств из бюджета Кубинского сельского поселения, сказал глава поселения Расул Апсов. Радость детей – это самое чистое, что может быть. Поэтому обязательно мы будем радоваться вместе с ними и будем дальше их радовать. Дальше мы собираемся тоже строить еще несколько объектов, две детские площадки, и хотим построить тротуар по всему аулу. На всю протяженность аула. Это уже по федеральной программе комплексное развитие сельских территорий. Родители также испытывают огромное облегчение и радость. Они знают, что их дети находятся в безопасном месте. Детскую площадку огородили и постелили на ней мягкое покрытие. Дети могут играть и развиваться под присмотром взрослых. Мы очень рады вместе с нашими детишками. Очень красивая, просторная площадка, где они будут играться, где они будут радоваться. Еще источником радости и веселья дня стало яркое и красочное выступление детей хореографического ансамбля «Абаза». Однако помимо счастья, открытие детской площадки вызывает и чувство ответственности. Родители понимают, что они должны следить за своими детьми и учить их правилам поведения на ней, осознавая, что это место создано для общего блага, и поэтому каждый должен бережно относиться к нему, сохраняя его чистоту и порядок. Альбина Ламкова, Альбина Тимирова, Алий Бастанов. Вести Карачаево-Черкесия, Абазинский район.